скинули ссылку в WhatsApp. Ну, сначала как бы так с опасением, потому что эти ссылки переходят, да? Я говорю, можно заходить посмотреть? Ну да, конечно. И, честно говоря, утром скинула на работе и немножко подзабыл. А потом думаю, что ну, надо что-то же сделать было. И вспоминаю, что не посмотрел, открываю. И, ну, как бы первое только было удивление просто. И, не знаю, прямо на самом деле удивился очень сильно. Потом начинаешь смотреть, и вот прямо все, твой раз, ты, твой ну, ежедневник, твой, да, блокнот там, с твоими надписями, думаешь, ничего себе. Какие эмоции как были? Бывает. Вот увидел. Не такие непередаваемые какие-то эмоции, просто удивление такое, что ну, так получилось. Чуть-чуть отголосок детства был какой-то? Да, конечно, ну когда увидел эти, вот думаешь, ё-моё, сейчас кто-нибудь посмотрит, там такой же потик, там, прошу вернуть, там, блокнот такого, там, Максима. Делаем корректно замазали. Да. Это было технично, да. Подумал, прошу вернуть. Сразу же написал на первой странице. Причем, как предположил наш директор спортсооружений, говорит, Максим, наверное, сразу понял, что его потеряет. Ну, перед ним было очень давно, наверное, прямо. Ну, тогда была фишка, да, тогда там на сменке везде пытались написать там фамилию, имя, отчество, чтобы вернули, или фамилию, класс, там, школу. Поэтому на вещах всегда часто я тоже сам писал. А скажите, вот вы помните, вот вы так писали, ну редко так девочка любая пишет, да? Вот а очень аккуратно. Аккуратно, да. У вас этот почерк сохранился? Да нет, не